делать? Прячемся вон там, изображаем кустики и деревья. Сейчас мы их поймаем и сожрём. Ёлочка! Ура! Нет, восьмой А! Это не вы меня заберёте! Это я вас заберу! Ёлка-голубый! Это комплекс «Крутые детки». Огонь! Огонь! Ну, это было не совсем обучение стрельбе. И те аномалии, они были не компьютерные, а настоящие. Чего? Вы что, не понимаете, что будет? Остальные аномалии нам отомстят! Тут с минуты на минуту будет орда аномалий! И что же нам делать? Бежать! Стоп! Куда бежать? Они же нас везде найдут! Кажется, я знаю, куда надо бежать! В горы! Значит так, восьмой А. Поздравляю, мы смогли убежать от мести аномалий. Это да, но почему мы не продолжаем прятаться? Зачем вы нас заставили надеть все это, да еще и лыжи дали? Здесь нас никто не найдет, поэтому мы решили провести урок физкультуры. Да, Беатриса Ивановна? Да, Вальдемар Юрьевич, и сегодня мы будем учить вас кататься на лыжах. А тебе не кажется, что наши учителя сами не умеют кататься? Как они нас будут учить? Ага, в теории, что ли? Странные такие. Это что за разговорчики в строю? Это кто не умеет кататься? Просто у нас настолько высокий уровень, что вам надо хотя бы немного дотянуться до него. Абсолютно с вами согласна. Если кому-то не хватает примеров, то вот, тут их полно. Мужчина, вы давно катаетесь? Да, уже несколько лет. А что? Ой, я смотрю, экипировка у вас модная, то, что надо. Катаетесь вы, правда, хуже, чем мы, но лучше, чем эти. Ну, поэтому хотели вас попросить, чтобы вы им объяснили азы катания на горных лыжах. Да запросто. Ребят, смотрите, нужно поставить лыжи в плуг, чтобы тормозить на небольшой скорости. Да мы это умеем! Тогда давайте учить повороты. Смотрите, давим на одну лыжу и поворачиваем. В этом сезоне я впервые на лыжи становлюсь. Юху! Да, давайте уже кататься. Мы что, зря в горы приехали? Я знаю тут одну черную трассу. Пойдемте с нее прокатимся. Ты совсем ку-ку? Мы же там себе все ноги переломаем. Ну как хотите. Ой, я так рада, что мы всем классом наконец-то в горы выехали. Егор, поехали со мной? Да, Мелька, так надоели эти приключения и аномалии. Так рад, что мы сбежали от них и можем побыть вместе. Кать, а ты рада, что вы оказались в горах вдвоем? В смысле вдвоем? Нас тут целая толпа вообще-то. Да я имел в виду то, что мы – это наконец-таки мы, а не какие-то компьютерные персонажи или клоны. А, ну да, тоже верно. Надо пользоваться моментом. Поехали, побудем вдвоем. Ну а мы сейчас стоим, поехали! В
Катаются подлые предатели. Убили моих родителей, мать Мегафон и кастрюлю Голового. Хорошо, что братья остались живы. А у меня прыщи от этого крема только больше стали. Надо отомстить этому 8-му А и их учителям. Уничтожить их. Надо только выбрать нужный момент, когда они накатаются, устанут, и у них не будет сил, а они не смогут сопротивляться. И тогда я заставлю их, чтобы они вернули мне мои глаза. Почему ты такой грустный? Да у меня никак из головы не выйдет то, что мы уничтожили несколько аномалий. Да, убили их по-настоящему, хотя думали, что проходим обучение и что все это игра. Ну кто ж знал, что все так получится? Давайте не будем о грустном. Да тут не грустно, а страшно. Аномалии не простят этого. Да чего вы паритесь? Вы что, забыли, аномалии нельзя убить? Хорошо, что мы их сюда притащили. Если аномалии придут и мстить, мы сумеем сбежать по-быстрому и взять подкрепление. Да, потому что именно здесь, в горах, находится проход в мир темных магов, в зону смерти. Сейчас уточню, все ли готово у магистра Виолетты. Ну что там, аномалии не объявлялись, у меня все готово. Как только вы получите силу аномалий, вы впадете в кому. Я вас вытащу через портал сюда и напою волшебным зельем. Отлично. Вообще-то это была гениальная идея, владыка Вальдемар. В качестве приманки использовать 8-й А и договориться с Синим Жоржем, чтобы он дал своих зомби. Ха, как ты думала? Это потому, что я очень умный. Зомби сожрут аномалии, а мы будем рядом и заберем всю их силу. Она, конечно, опасна для нас. Мы сразу потеряем сознание. Но магистр Виолетта вытащит нас и спасет. Ну да. А если зомби попутно сожрут 8-я, то таким и неде. А синего Жоржа мы тоже обманем. И силой аномалий с ним не поделимся. А силами аномалий мы станем самыми могущественными волшебниками вселенной. Мне показалось, или наши учителя смеялись темномаговским смехом. Они опять что-то задумали. Я всегда поражался этому идиотизму. Если вы задумали какую-то пакость, то не ржите на весь курорт, чтобы никто об этом не узнал. Стойте, я поняла. Вспомните, неподалеку отсюда находится портал «Мир темных магов». И чё? Все знают, что наша троица учителей в контрах с Синим Жоржем. Ага, а если они договорились, и сейчас сюда хлынут толпы зомби из зоны мертвых? Ага, они же могут сожрать всех лыжников и сноубордистов. Не, пусть лучше жрут сноубордистов, их не жалко. Меня смущает другое, ребят. Я где-то читала, что сила аномалии – это постоянная величина. И что это значит? Я поняла! Если грохнуть аномалию, то ее сила не исчезнет. Она перейдет к другим аномалиям. Это означает то, что оставшиеся станут сильнее и смогут нас найти. Ну что, сиреноголовый, не пора ли нам отомстить этим противным детям и их учителям? Думаю, в самый раз. Давай, вставай на лыжи и поехали. Эффект неожиданности будет бомбический. Я кататься не умею. Как это поворачивать? Как тут поворачивать? Поздняк, они нас нашли. Что это? Я не верю своим глазам. Капец, они нас нашли. Причем видим их только мы. Остальные люди на склоне вообще на них внимания не обращают. Потому что нам нужны только вы, для остальных мы невидимы. Вы грохнули моих родителей, и наша месть будет страшной. Я знаю, что нужно делать. Прячемся вон там, изображаем кустики и деревья. Сейчас мы их поймаем и сожрем. Капец! А
они поехали туда, где стояли Беатриса и Дурьевич! Что произошло? Вот так и наступил конец темным магам. Беатрисе Ивановне и Вальдемару Юрьевичу. Лично я не хотела, чтобы с ними это произошло. Да, жаль немного. Но зато теперь нам никто не будет делать гадости. Да, мы свободны. Ведь и Сиреноголовый, и Эй, мужик, остановись на минуту, тоже исчезли в этой вспышке. Ой, смотрите, а что это? Ура! Скоро Новый год, и все беды останутся в этом году. Жаль, что елочку нельзя с собой забрать. Она такая красивая. Нет, 8А, это не вы меня заберете, это я вас заберу. Ёлка-головый! С наступающим, вонючие детки! Ну что, 8А, поехали в горы без меня? Что, Катенька, не захотела со мной встречаться? Теперь пожинайте плоды, ведь у меня прямой вызов аномалии. И ёлка-головый самый сильный из них. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!